Привет! Я Тарта Выше Пилявы. Сегодня я приготовлю домашнюю колбасу украинскую. Назову его домашняя колбаса номер один. Почему номер один? Потому что вариантов версий украинских домашних колбас, наверное, столько, сколько и хозяек на Украине живет. И у каждой свой. Но сегодняшний рецепт будет не совсем стандартный для домашних колбас. Не часто такую колбасу готовят. Она несколько будет своеобразная, интересная и вкусная. И это уже первый рецепт, который я не смогу готовить, сидя полностью. Нет, буду сидеть. Буду сидеть, но не всегда. Не все можно будет приготовить сидя. Хорошо, точное описание ингредиентов есть в описании к видео. Там все подробно изложено. А я приступлю к готовке. Для начала приготовлю ингредиенты для фарша. Порежу сало кубиками. Ну, столик хлипенький. Я не знаю еще, как мне удастся вот этого монстра запустить на этом столе. Не рассыпется ли стол? Я буду вырезать основную массу вещей, которые само собой разумеющиеся. Ну вот таким образом я нарезаю сало. И дальше стоп-кадр. Итак, первый и, по моему мнению, самый сложный этап в изготовлении колбасы позади. Это нарезка сала. И чрезвычайно, ну, для меня это очень сложно. Это монотонный труд, и он для меня очень труден. Я даже позволил себе под это дело, под нарезку сала, выпить стаканчик пива. Меня вчера угостили каким-то новым сортом пива. Говорят, хорошее, новое, пока новое. Но, как по мне, на сегодняшний день все сорта фабричного пива, они одинаковы на вкус полностью. Наверное, из одного и того же порошка делают. Так, дальше нарежем мясо кусочками, которые будут удобоваримы для этого дракона. Да, и если я начну улыбаться, либо еще что-то, не удивляйтесь. Пиво, оно свое сделает. Мясо порезал. Часть мяса, свинины именно, я порезал вот такими продолговатыми кусочками. Это опционально, в принципе. Наличие таких кусочков в колбасе на вкус не влияет, как бы. А вот на вид влияет. Теперь будем кормить дракона. Так. Этот столик еще ничего подобного не видел. А ну попробуем. Пока держит холостую. Так, ножики отложим. Мясо возьмем. Ну что, попробуем. Добавим скорости. Стол не танцует. А еще скорости. А, немножко пританцовывает. Ладно, уменьшу скорость. А вот так стабильно. Готово. Так. Я его опять разверну. Я буду фарш месить прямо в этом ведре. Добавлю мясо нарезанное. Телефон звонит. Добавлю сало.
принесу сейчас все остальные ингредиенты, уберу мясорубочку, отвечу на телефонный звонок и будем готовить дальше. Все ингредиенты на месте, можно начинать вымешивать фарш. Конечно, я мог бы попросить дракона сделать это за меня, но это уже будет не то. Хотя он, скорее всего, справился бы лучше, чем я. Это у меня смесь соли, черного перца молотого и сахара. Я сначала немножко добавлю сразу чеснок, пропущенный через пресс. Получается, что специи здесь всего две. Чеснок и молотый черный перец. Вымешивание процесс длительный, и я буду вырезать участки. Теперь добавляю воду. Контроль качества пришел. Теперь я буду понемножку добавлять крахмал. Весь крахмал добавлен, и теперь мешаем, мешаем и мешаем. Все это должно равномерно распределиться по фаршу. Думаю, достаточно. Теперь его поставлю в холодильник. Пусть он постоит немножко. А я в это время уберу на столе, подготовлю черепу, подготовлю шприц. Подготовлю к следующему шагу. Все готово к набивке чрева. Теперь наполняю фаршем. Так, я все-таки стол маловат здесь у меня. Слегка неудобно. Даже не так. Слегка очень неудобно. Так, пока хватит. Чрева вымочена. И в этом году я этого еще не делал. Вымочено и промыто. Я так и знал. Без приключений никак. Так, я выбрал весьма толстую насадку. Как раз по калибру черевы. Вообще-то набивать колбасы нужно вдвоем. Это значительно удобнее. Так, берем чреву. И одеваем на насадку. То, о чем я говорил, чрево плотно-плотно входит или не входит вообще. Так, были посетители, и все же мне удалось справиться с этой чревой, она оделась. Итак, начинаем
потихонечку. Сейчас выпущу воздух, потом облежу. Одному слегка неудобно. Все же было бы двумя руками со шприцом работать куда легче, чем одной рукой шприц, а другой регулировать подачу фарша. Да я смотрел у кого-то видео. Нужно будет завести все же себе какого-то помощника. Ну что ж, поехали. Тут бы какую-то музыку поставить. Вроде бы рассказывать не о чем, и весь во внимание. Тут чуть-чуть больше дашь, и чрева лопнет. Чуть-чуть меньше фарша, вот пустоты. Ответственнейший момент. Неужели фарш закончился? Да. Ну ладно, первая колбаска готова. Остальные я сам сделаю. То есть вы видели, как это делается. И включу камеру уже, когда дойдет процесс до готовки. Ну, кто готовил домашнюю колбасу, скажет, да, немножко не так, немножко не так, да, не так. Я говорил, она будет особенная. Вот, красавица. Первая. Колбаска готова. Такая небольшая горка. Но мусора тоже очень много. Бардак серьезный. Итак, дальше приступаем к следующему этапу. Это уборка рабочего места и варка колбасы. Следующий этап — варка при температуре 80 градусов. Минут 20-30. Я буду варить в мультиварке. И, скорее всего, в два этапа, потому что вся колбаса у меня не поместится в мультиварку. Вы же можете варить любым удобным вам способом. На газовой плите, на электроплите, мультиварке. Ну, короче, как сможете. Я заливаю горячей водой. Открываю, устанавливаю режим мультиповар. Мультиповар, температура 80 градусов и время полчаса. Во время варки нужно следить за колбасой, если где-то есть душенный воздух, можно проколоть и выпустить воздух. Будет потом еще один этап. Первая партия колбасы сварилась. Теперь я буду, пока варится вторая, эту отправлю в духовку для жарки. Для начала я смажу противень чуть-чуть растительным маслом.
Ну, в идеале было бы смазать смальцем, но у меня его нету. Вообще сейчас его в продаже особо нету. И переложу колбасу. Сколько поместится? А остальное я заморожу. И буду жарить по мере необходимости. Колбаска из духовочки. Сейчас при 160 градусах. Еще я готовлю часть колбасы в мультиварке. Вот еще осталось полчаса. Жарится она тоже при 160 градусах. И еще часть я заморожу. Дело в том, что я пока нарезку показывать не буду. Нужно, чтобы колбаса остыла. Только можно внешний вид пока посмотреть. Она еще даже в процессе остывания будет немножко оседать. Я просто уже устал с самого утра с колбаской с этой. Скажем так, не так трудно готовить колбасу, как трудно готовить ее на камеру. Во-первых, собственно, это и вся проблема. Значит, если я что-то в процессе забыл, читайте описание к видео. Я все, что забыл, все, что недосказал, либо пересказал, я, там будут все исправления, поправочки и т.д. и т.п. Если рецептик понравился, пожалуйста, поддержите канал подписочкой, лайком, репостиком, комментарием. И всем приятного аппетита и до будущих встреч!